Вместо пластикового пакета – бумажный. С такой необычной для нашего города акцией воспитанники образовательной программы «Зеленый росток» вышли на центральную площадь города. Пакеты раздают тем, кто направляется в супермаркет или хуже сделал покупки. Чтобы люди, они заботились о природе и пользовались такими пакетами. Обыкновенный пакет, в который в магазине люди выкидывают, и они перегнивают только через 100 лет. При этом они выделяют плохие вещества. Все-таки бумажные пакетики, они экологичнее. Скажи, сама пользуешься такими пакетиками? Да, я пользуюсь. Я вообще, если честно, пакетами очень редко пользуюсь. Я больше люблю в сумочках что-то тягать. Упаковка из древесной целлюлозы не загрязняет окружающую среду и полностью разлагается за несколько месяцев. Многие европейские страны уже значительно сократили использование пластиковых пакетов. Теперь очередь Украины. Цель акции «Зеленого ростка» – не снабдить весь город бумажными пакетами, а обратить внимание на проблему. Конечно, буду пользоваться только такими. Чище город будет, наверное, столько пластиковых кульков разные, конечно. Стаканчики, все это валяется. Так чище будет. Спасибо, хорошая акция. Хорошая. Ну, первое, воспитание начинается с детей, вот с этих росточков, а потом уже и вот мы такие вот седые тоже будем привыкать. В Мариуполе «Зеленым ростком» работают 13 клубов. Задействованы школы и внешкольные центры всех районов. Ребят учат беречь природу, а знания закрепляют на практике. Наши теоретические знания внедряем, несем доброе для людей, для нашего любимого города, чтобы он был чище, краше. В ближайшие дни такие же акции «Зеленый росток» проведет на центральных улицах всех районов Мариуполя. Ольга Беспалова, Виктор Дедов. Информационная программа «Зеркало».